Всем привет, с вами Big Boss. Значит, сейчас будут обзоры на фотокарточки. Значит, начнем мы, наверное, с красной дорожки. Тут три папки, я все скачал, чтобы ссылку не спалить случайно. Итак, ну, значит, фиксируем, да? Вот это вот мы в таком тамбуре собирались, там тамбур был какой-то. Но там было достаточно тепло. Ну, это интересное платье. Да, такое интересное. Так, ну вот это вот фиксируем, да, то есть, все, это мой новый лучший друг, я его тогда еще не знал, но это мой... Гля! А где я, почему я не видел? Такие костюмы прикольные. Ой, блядь, глянь нахуй! Почему я какой-то нахуй? Сука, это бананка с Майнкрафт-кубом. Вот, такое. Это я еще не одел шубу, потому что жарковато было. Блядь, ты посмотри на него нахуй. Блядь, такое чувство, вот во взгляде, я даже испугался бы, потому что, типа, ну, есть шанс, то, что этот человек сейчас возьмет и накинется и кого-то трахнет. А вот это вот как бы его брат родной, зацените. Я брат Фила. Я брат Фила. Да, один в один, 100%. Так, фиксируем еще. Вот это прикольный был костюм. Я не понял, кстати, я вообще не выкупил. Ну, типа, прикольно то, что они японскую тематику. Кстати, интересно, почему величайший Slay King, босс, премия босс года, так называемый Гуакамоль, почему он не доебался до их костюма? Потому что у них, ну, тоже что-то, ну, не супер в тему был костюм. Но почему-то доебались именно до моего. Так, ну там вот такие вот, то есть, фотокарточки есть. Ну, интересно. Интересно. Было бы интересно, если бы не было бы неинтересно. Ну, вот так сказать, да? Я не уверен, что я все... Не понял. Скала Джонсон, блядь. Дуэйн Скала Джонсон. Не понял вообще. Вот сейчас вообще не понял. Так, ну дальше вот тут еще вот тут ребята. Ну, это опять же там, это как бы... Слушайте, по нескольку одинаковых фоток, зачем они столько... А вот так, я бы хотел сидя. Я вот это не, вообще не знаю, где это. Это вообще где? Гля, это реально Скала Джонсон. Может, он тоже из Самоа? Что делаешь, лапонька? Привет, Пук, делаю обзор на фотокарточке. Может быть, ты на одну из них попала тоже? Да? Да, может быть. Так. Брат Хуйкин, мой новый лучший друг тоже. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, это что, блядь? Что? Нихуя, вая. Блядь, кстати, качество такое реально хорошее, как будто на Samsung Galaxy S23 фотографировали, вот, ну, типа, не меньше. Ой, я, гля. Мне кажется, их все эти фотки обрабатывали. Ну да, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я ошалеть. Так, ой, есть еще одна. Подожди, сколько их тут? Вот, ребята, я танцую. Оп-о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 п. Так, и есть вот такая. Гля. Блин, вот бы мне тут еще чуть-чуть отбелить бы зубки на этой фотокарточке. Ой-ой-ой, блядь. Сука, не зря я всю эту хуйню покупал. Ой-ой-ой. Так, а ну. Знаю, флэшбэкнуло в хуйню. Ой-ой-ой. Ой, блядь, ну вот это, конечно, нахуй. Вот это можно было бы и отфотошопить. Такая... Но это специально. Это я специально нарастил, чтобы об очки не уколоться подбородком. Как бы это просто прослойка, чтобы с очками нормально было. Ой-ой-ой. Еще вот самое главное, да? Вот, ну, было бы охуенно, если бы, наоборот, тут был бы Мелшер, а вот этого бы не было. Так, а ну-ка, давайте-ка сравним, у кого лучше сережка. Ой, блядь. Не-не-не. Гля, вот, блядь, посмотри на эту... Дешевку, блядь, это просто кусок алюминия, походу, да? Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Блядь, и глянь нахуй сюда, блядь. Чисто нахуй это, шпала. Вот так-то, ёпта, вот так нахуй. Ебать, на каждом ухе, на каждом чем-то есть, блядь, везде все что-то. Так, это, смотрите, это я застеснялся. Это да, мне там вопросы всякие задавали на пятнице. Типа, сколько вы зарабатываете? Это я застеснялся.
Блин, вообще красивые, крутые фотки. Глэчик такой. Чисто Глэксик. Засмущался, Глэксик. Так. Ой-ой-ой, тут я уже ему решил придерзить такой. Смотрите, злюсь. Что-то, блядь, думаю, нахуй, блядь, ты мне тот, блядь, блядь, нахуй. Блядь, посмотри, нахуй, посмотри сюда, ёбаный, блядь. Так, а ну. Да, блядь, тут весь альбом из меня состоит, сука, что это такое, блядь? Убрать, убрать, убрать. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, какая еще укладка ебанутая, нахуй. Вот это, блядь, ты посмотри на этот ебанутый стайл, блядь. И еще вот это самое главное, веревкой. Там у меня такие шорты. Ой, штаны, что там нету этого. Там есть вот веревка. Это я уже потому что подрасслабился. Так, фиксируем. Вот такая интересная тоже чисто фотокарточка. Спалился, что ему в наушник диктуют на свидание, конечно, такие чисто еще тоже. Я вот это, я никогда не понимаю, ну, типа, квадратные носки у туфлей. Но это, мне кажется, всегда выглядит кринж. Ну, всегда вот закругленные носки, ну, даже у гуакамоле, да, закругленные носки. Я вот это не понимаю вообще. А тут но была еще одна хуже. Я вам, возможно, покажу, там вообще... Ебать! Блять, вот почему нахуй я типа на пафосе, я типа долбоеб, а тут у девушки бронелифчик, а у мужика, блять, эти, блять, как это нахуй называется? И чё-то, блять, к ним нахуй вопросов никаких там нету жестких. А я типа на пафосе пришел, помните по его словам? И он противостоял пафосу, еле выстоял, между прочим, да? Так, вот такая вот интересная фотокарточка. Тоже, ну, такое, типа. Ха-ха! Не понял, блядь! Я хотел сначала сказать то, что у него тоже пятница взяла интервью, но его не вставили. В смысле, а почему у меня Music Box не взял? Что это такое? У меня не взяли интервью. Что? Я даже не видел, где Music Box. Так, ну вот, вот это вот, да, тоже фотокарточка. Друзья новые. Да, наши тоже лучшие друзья новые. Вот этот пиджак, конечно, бомба. Пушка реально. Карманы топовые. Так, продолжаем, продолжаем. Подожди, а это назад во времени отмоталось. Это мы еще когда в тамбуре стояли. Вот это зацените, кстати, тоже. Учила пиджак с капа. Вот это, капа пиджак, короче. У него было здорово, реально придумал. Реально хорошо. Вот такие вот, помните, я вам говорил то, что нельзя было палить, где мы находимся, но при этом на входе стояли вот, ну, такие просто непримечательные вообще ничем девушки. Ну, вот, как бы... И была написана гигантская надпись «Slay». Вот. Вот это просто вот, типа, выход на улицу. Так, еще. «Slay», 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 «Clay». «Slay», «Clay». Да. Ой-ой-ой! Блять, посмотрите, как я охуенно переодеваюсь там. Бля, тоже, сука, топа. Ой-ой. Тоже хорошая, фото, хорошая фотокарточка, реально. Так. Я не понимаю, откуда она сделана. Едем, едем. А, да, там вот такая вот темка была. Но мне бы, конечно, если бы визажиста бы выделили, тоже было бы нормально. Так. Я костюмы оцениваю, если что, мне неинтересно. Я знаю, там они вроде женаты, да? Это мне это абсолютно неинтересно, как бы. Мне интересен костюм и стразы. Да, неплохо, прикольно. Но уже как бы... Нормально, нормально. Нормально. Ля. Так, оно. Вот, ну, как бы... Блять. Фиксирую. И, ребята, я не знаю, типа, ну, девочки симпатичные, но я не знаю, кто такие. Типа, не шарю. Так. Ля. 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 Так, ну я потом пересмотрю там для себя чисто. Ля. 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 Адидас, платье Адидас.
Сильно, сильно. Ля, ля, бля. Сука, было бы больше времени, я бы Соню разодел бы, как последнюю, бывшую Вованыча, короче. Вот. А нас просто за 3 дня предупредили. Так бы Соня бы, конечно, выглядела бы нахрен бомбом, блядь, там был бы, да? Вот. А, это, на этом стеллаже ебучем. Ну, короче, на ебучем стеллаже этом, вот, на котором все пофоткались, как бы. Но если б я знал то, что там просто с красивыми, как бы, ну, не на телефон фоткают, а на камеру, то я бы там бы попросил бы. Вот это интересная, конечно, фотокарточка, как бы, с девочками. Девочки всегда мило, интересно, красиво, круто. Ебать, у них у всех подбородки. Да, это, конечно, мое почтение. Гля, и они прям дюпаются, все больше и больше женщин появляется. Но вот это вот, я вот такого не понимаю. Мне кажется, это совершенно не женственная пол. Ну-ка, это присела пописить только, если. То это нормально, конечно. Какие-то же я... Ля, блядь, нихуя себе. Ля, блядь. Охренеть нахрен. Так, еще фиксирую фотокарточки. Слушайте, а меня тут как будто на самой церемонии меня нету. Я не понимаю, тут все на этом стенде просто фотографируются. Я тоже на нем фоткался. Но не... Ля, ебать! Нихуя себе! Это крест Доминика Торетто? А, это ключ какой-то. Фу, блядь, да хуйня полная. Я думал, это крест Доминика Торетто, блядь. Так, ну вот, будущий победитель, как бы открытие года, можете зафиксировать, да, тоже. Ля. Нормально. Ля. Не, ну вот это, конечно, реально мое почтение, мое уважение. Я надеюсь, все по слепку делалось. Ну, это серьезная работа. Это реально круто. И смело, и здорово. Гля, не, ну оно прям еще блестит, хромировано. Ну, аутсайд мне бы сделал бы еще лучше. Ну, в следующем году, собственно, вместо рубашки у меня будет просто железный бронежилет. Ля, ебаный фак, блядь. А где я был, нахуй, все это время? Ля. Блядь, вот всегда... Ну почему у него, блять, вот они выглядят как будто жесткие бизнесмены такие, да, у которых в жизни все заебумба. Он выглядит, ну как будто он просто мимо проходил такой, типа, и, бля, можно я с вами сфоткаюсь, вы похожи просто. Ну вот, и все. Вот да, как распиздяй, реально, да. Даже здесь, смотрите, все что-то серьезное, он смех сдерживает. Вот прям по нему видно, что... Ладно, дальше, поехали. О, Евгений Панасенков, кстати, был. Прикиньте, тоже позвали. Вот это, а это его охрана была. Тоже такая, да. Слушайте, если великого босса здесь не будет, то нахуй я это. Нахуй. Ёпта, охуй. Ля. Вы только посмотрите, какой у нее этот интересное колье вот это. Нихуя. О, кольца какие, гля, тоже. На перчатку надето кольцо. Интересно, реально. Круто. Круто, здорово. Так, еще дальше фиксируем. Ну, этих я не знаю даже, кто это. Бля, какие у него, нихуя. Ну, тоже сильно, смело, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это мой новый лучший друг. А, о, крест Доминика Торетто. Я ж вот чувствовал, блядь, что оно вот где-то есть. Так. И последнее, значит, называется авторпати. Вот это, ну, там в конфе начали писать, типа, а вообще какого хуя нас фоткали на авторпати? Там же это авторпати, оно для того и авторпати, чтобы там не фоткали нахуй. Ну, сейчас мы уточним это. Но я рано ушел, если что. Там, скорее всего, будет Игорь. У Игоря были провалы в памяти после этого авторпати. Может быть, он что-то вспомнит? А ну-ка. Так, фиксируем. Ну, это значит, вот, смотрите. О, блядь, сразу нахуй видно, блядь.
Пошел, взял себе, там была эти тарталеточки, пошел взять. Сразу нахуй, понятно, блядь. Вот, великий босик пошел взять тарталеточку себе. Тоже нормальная темка. Так, еще подскипчик. Ля. Бля, не, ну вообще же все оформили, это же все на один день было, потому что это все содрали. Еще прикольно, всякие что-то придумали, дизайны, руки, слайки какие-то вот эти. Кстати, так я вам не покажу, у кого мне туфли бесили, видимо. Гля, да тут самые по качеству прикольные просто фотки получались, видимо, из-за освещения. Гля, да вообще портретные топовые фотки. Охренеть нахрен. Ребята, ебать, самые главные нахуй директора хайпа. Блять, а ну-ка. Это походу, когда мы хламидию, ой, киношку исполняли. Бля, директора хайпа просто пришли, разъебали. Бля, ну посмотрите, ну вот у него просто подбор, блять, фоток на аватарке. Бля, три фотки подряд просто чисто для него с разными освещениями. Почему мне такое не сделали? Опять босик стоит. Это я что-то Сонечке объясняю. Ну что-то видок у меня не очень. Бля, как губу раскатал. Нихуя себе. Нихуя. Жестко. Жестко. Не, ну что-то... Гляньте, у меня от головы исходит такое свечение. Лучи чисто. Я лучезарный такой. Красавец. Гля, как будто нимб. Сейчас я вам еще продемонстрирую. Знаете что, типа... Беседа хуйня, я ливаю. Ебать! Это же не постановочная фотка, это стиль моей жизни, как бы, да? Мне никто не подходил и не говорил, можешь пойти просто охуенно выйти отсюда. Вот. Мне просто сказали, бля, выйди отсюда. Вот. И я вышел, ёпта. Ебать. Сатана стиля, беседа, бля. Это тоже прикольное платье, интересное. У нее пирсинг? Или так солнце падает? Это, походу, пирсинг. Солнце. Какое солнце? Вот шампанское бесплатное давали. Литр. О, во, обзор. Короче, сосисочки какие-то были завернуты. Вот надо, она была, картошечка просто была жареная, прикиньте. Такое все приятно, просто подходишь, накладываешь себе сколько хочешь. А на той вот стороне были, ну, вот это все, это стаканы. Чтоб вы понимали, да, вот видите, да, вот это вот серые пятна. Это все стаканы, они, там все, миллион бесплатного алкоголя было, я вообще был в шоке. Так. Слушайте, ну походу я там реально ушел. Ну да, все, больше фоток нет. Я реально ушел. Бля, как же охуенно. Надо будет, знаете что, я... все свои фотки я просто залью куда-нибудь в Телеграм. А вы с ними делайте, что хотите. Я просто возьму, заберу все потом, после стрима. Заберу все фотки свои и залью в Телегу. А вы там что, захотите мемы сделаете про меня. Захотите что-то еще, вот там, поиздеваетесь надо мной. Вот. Ну, я, короче, залью тогда, но не сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Только не завидуйте таким красивым фотокарточкам. Но надо выбрать самую лучшую. Глянь, с тростью такой сижу в кольцах. Ой-ой-ой-ой-ой. Из видеоигр. Отличный выбор. Подписчики, только не завидуйте. Охренеть. Нет, то, что я вам до этого показал, это все хрень полная. Не плачьте только. Не завидуйте. Не завидуйте, подписчики, только не завидуйте, реально. Вот, я, оказывается, все это время в тапочках, правда, был, но это мы скроем, как бы. Да, так. Это мы никому не будем говорить просто.